вышли все способны на все. В 1974 году через своих московских знакомых я установил и поддерживал контакты с рядом сотрудников дипломатических представительств буржуазных государств в Москве. И в частности с первым секретарем внутриполитической секции посольства США в СССР Игорем Белоусовичем. От него я получил антисоветскую литературу, изданную за границей и привезенную в нашу страну для распространения. Наследствии я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумия я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь в содеянном и осуждаю совершенное мною преступление. Желаю также отметить, ибо обязан это сделать, что моему отцу Константину Гамсахурдии ничего не было известно о моей антисоветской деятельности. Отец всегда внушал мне мысль о превосходстве советской общественно-политической формации над другими государственными системами. Он и доказывал это на конкретных примерах. Он старался привить мне любовь и преданность к советскому народу. Сейчас я глубоко сожалею, что не прислушался к голосу моего отца и стал на путь антисоветской деятельности. Я никогда не... Желаю также отметить, ибо обязан это сделать. Что моему отцу Константину Гамсахурдии ничего не было известно о моей антисоветской деятельности. Отец всегда внушал мне мысль о превосходстве советской общественно-политической формации над другими государственными системами. Он всегда старался привить мне любовь к советскому народу. Сейчас я глубоко сожалею, что не прислушался к его голосу и стал на путь антисоветской деятельности. Я никогда не забуду слова моего отца. Служить преданно нашему народу, культуре и языку можно только открыто и честно.